Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать про такой интересный сорт томата, как Пузата Хата. Это интересный высокорослый сорт томатов, который очень многие любят за большую урожайность и за невероятно вкусный вкус. Томаты сладкие, мясистые, очень вкусные. Высота куста более 2 метров, завязывает до потолка теплицы. Сорт считается ранним, от первых сходов до первого урожая примерно 80-89 дней. Хотя, знаете, я высаживала рассаду в середине марта, и у меня поспели томаты только к концу августа. Так что я бы не сказала, что он особо ранний, может из-за того, что в Сибири было холодное лето. Вес томата самый большой был, весил 358 грамм. Томаты розовые, даже я бы сказала больше малиновые. Очень вкусные. И обратите внимание, томаты не трескаются. Это такой удивительный салатный сорт. Именно салатный, который не трескается совершенно на кусте. И очень урожайный томат. Мне данный сорт понравился за вкус. Во-первых, сок из него потрясающий получается, очень вкусный. Дети мои оценили его тоже. Детям данный сорт тоже очень нравится. Сорт мясистый, видите, для салатиков больше, конечно. На засолку такой сорт не годится. Да и вы навряд ли томатики в банку сможете засунуть, потому что они достаточно крупные. А в среднем вес плодов около 200 грамм. Самые большие были по 300 грамм. На первых кистях завязались крупные томаты. Семена я брала от Элиты. Их можно купить в любом садовом магазине. Достаточно доступный сорт, который многим нравится. Если вам понравилось видео, поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена.